Специалисты Следственного комитета разбираются в обстоятельствах гибели рабочего. Происшествие произошло в Череповце около 6 часов вечера накануне на одном из предприятий. По данным следствия, на территории строящегося объекта произошло обрушение стационарных металлических лесов. В результате с 10-метровой высоты упал 54-летний мужчина. От полученных травм скончался на месте происшествия. Второй рабочий был госпитализирован. Его жизни, по предварительным данным, ничего не угрожает. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В Вологодской области инспектор ГИБДД помог локализовать пожар и обезопасил жителей горящего дома. Находясь на маршруте патрулирования, инспектор ДПС заметил клубы дыма. Полицейский оперативно сообщил о происшествии в дежурную часть, а сам проследовал к месту возгорания. Когда инспектор подъехал к горящему дому, то из его окон уже выбирались жители. Полицейский убедился, что все жильцы покинули строение и отвел людей на безопасное расстояние, так как к дому был подключен баллон с газом. Полицейский помог также эвакуироваться и жителям соседнего дома. Пока подоспевший расчет отключал газовое оборудование, полицейский тушил пламя из пожарного рукава, чтобы огонь не перекинулся на стоянку с транспортом. После прибытия основных сил противопожарной службы полицейский продолжил работу на маршруте патрулирования. В Череповце сотрудник лесничества предстанет перед судом за взятку. Как сообщает Следственный комитет, специалист заключил в нарушении очередности с двумя гражданами от имени Департамента лесного комплекса области договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, зная о намерении покупателей использовать древесину не по целевому назначению. За это взял 20 тысяч рублей. Оперативники отдела экономической безопасности задержали работника с поличным при получении денег. В настоящее время дело направлено в суд.